Слушай, у меня тут, короче, идея. Ну, вернее, как не то, что идея, а продолжение банкета. Это, оттарабанил я, вернее, отжал я масло конопли. Фу, вернее, семена конопли. И что у меня получилось? Смотри, какая красивая бутылочка, с какой жижей. Сейчас я, короче, ее пофоткаю. Не знаю, попробую, чтобы фотография красивая получилась. Не, я-то себе как бы отжал в целом. Понятно, что как для мистера Вегана это незаменимый продукт питания. Вот. Но, а вдруг кому-то тоже захочется купить? Тем более, вот смотри, фишка какая. Я могу записать видеоролик, назвать его «Конопляное масло купить», к примеру, да, закинуть его в интернет, вот, проделать некоторые манипуляции, чтобы видос как-то выкидывало. Потом смотри, какая фишка. Под видеороликом, к примеру, ссылка на интернет-магазин. Ну, я еще интернет-магазин, конечно, пока не сделал, но какая разница? Там все равно ссылка на контакты со мной в крайнем случае, если вдруг кому-то понадобится. Вот. Так-то я не собираюсь тут заниматься как сумасшедший отжимом. Ну, мало ли, может, кому-то бутылочку захочется масла, я это отожму. Но только за биткоины. Выставлю, конечно, адекватную цену в милли BTC. Вот. Человек видит, что это все отжимается руками, а не ногами. Что специально есть оборудование. Зачем я вообще, знаешь, этот бред, всякие сертификаты? Самый главный сертификат, бро, это знаешь что? Это личный, или как там говорят, какой там, в сетевом это, либо инфобизнесе, ну то, конечно, развод. Вот, ну то, это личный бренд. Вот главный сертификат, бро, запомни. И в 21 веке это рынок потребления претерпит кардинальных изменений. Реклама работать вообще перестанет. Ну, она будет работать, только я не знаю на кого. На людей с этими, с какими-то уже угасающими признаками осознанности. Но мы и тех тоже разбудим, ты не переживай. Ладно, бро, погнал я фотографировать бутылочку. Первая позиция для сайта все-таки есть.